последнем туре чемпионата Актюбе сошелся с туркестанским Тураном. Счет на 31-й минуте открыл нигерийский полузащитник Учи Агбо, а в последней атаке матча доминиканский нападающий Дорни Ромеро после выхода 1-1 с вратарем установил окончательный счет матча 2-0. После этой победы в копилке нашей дружины стало 43 очка и итоговая бронза в чемпионате. Результат приемлемый, говорят представители клуба. Этот сезон показал, что команда способна бороться с сильнейшими соперниками и радовать своих болельщиков яркой и результативной игрой. Каждая победа, уборство на поле и командная сплоченность привели к этим заслуженным трофеям. Огромная благодарность нашим игрокам, тренерскому штабу и, конечно же, преданным нашим фанатам. Кроме бронзы, в первенстве страны красно-белые завоевали и Кубок Казахстана, что позволило претендовать на Суперкубок. Его мы в начале следующего сезона разыграем с чемпионом страны Кайратом. Второе место в минувшем чемпионате заняли астанчане. Стоит отметить, что футбольный клуб Актюбе финиширует в тройке призеров уже третий год подряд. В прошлом сезоне наша команда также довольствовалась бронзой, а в позапрошлом – серебром. Влад Рогушев, программа «Факт».